Це вечірній прайм на 112 Україна. Дякуємо, що обрали саме нас цього вечора. Тетяна Іванська, Володимир Полуєв. Працюємо для вас і повідомляємо вам найсвіжішу інформацію. Починаємо з теплової кризи. День третій пішов. Без тепла залишається Сміла на Черкащині та частково Херсон. У Смілі призупинили заняття у школах та вишах, у лікувальних закладах. Не роблять планових операцій. Частину пацієнтів вже перевезли до лікарень сусідніх районів. У Херсоні на вимушені канікули відправили частину навчальних закладів. За даними місцевої влади, уночі Херсонська ТЕЦ отримала такий газ. Кілька днів потрібно тепер, щоб розпочати обігрівати будинки. Опалювальний сезон затримують через борги перед Нафтогазом. У Шепетівці на Хмельниччині тимчасово немає тепла у кількох школах та будинках. А ось у Кривому Розі напередодні запустили усі котельні. У зв'язку зі зривом опалювального сезону у Смілі та Кривому Розі поліція відкрила кримінальні провадження. Хто має вирішувати ситуацію із теплопостачанням? Міський голова Сміли, яка через борги залишилася без тепла, переконаний, що впоратися з проблемою повинен допомогти уряд. За словами Олексія Ципка, міська влада не має на це відповідних повноважень. Ми менеджери, наняті людьми, просто менеджери в цьому місті. Але ми жодного чину не можемо повлияти по якимось чином на ці служби, які повинні дати свої заключення. Я хотів би звернутися до уряду і сказати, що громада на грані соціального зриву. На ось прем'єр Гройсман з мером Сміли категорично не згоден. Каже, через недолугі керівництво на місцях голова уряду повинен займатися не своїми справами. Я би ввів туди управління і навів би порядок за 24 години. Але ж ви там всі граєте з демократією. Ті прийшли, ті пішли. І 68 тисяч людей мерзнуть, як ти говориш. Я наголошую на тому, що цей безлад мене вже просто дістав. Я іноді займаюся тим, що ніколи не повинен був займатися прем'єр-міністр. Зад всім заношу. Сам міський голова Сміли Олексій Ципко стверджує, що його не пустили на засідання уряду, анулювавши запрошення перед самим його початком. Тут наша гостя сміялася, коли чула Володимира Гройсмана. Олеся Бацман, журналіст. Вітаю. Та особливо добрий вечір. Особливо на словах про гру в демократію і безлад. Це сміх сквозь сльози, Володя, чесно. Колись ми вже чули від нього обіцянку, я покажу вам, як керувати державою України. Ну, вот, собственно говоря, мы продолжаем смотреть, как это надо. Это иллюстрация. Ну, конечно. Это продолжение. Давайте вспомним. Не так давно «Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» суд, который постановил, что «Газпром» должен заплатить Украине сколько там, 2 миллиарда долларов, по-моему, ну, да? Там загальна сума 4,6, якщо я не помиляюсь. Частина там по взаєморозрахункам пішла. Да, да, да. Ну, что-то там... Ще близько двох вони повинні. Вот деньгами, да, должны были примерно столько дать. И я помню, как после этого практически все властные ветки украинские, в том числе руководство «Нафтогаза», стали делать радостные заявления и очень такие обнадеживающие народ Украины заявления о том, что, ну, вот теперь, смотрите, значит, будет все очень хорошо у нас с отопительными сезонами. Мы победители. У нас хватит газа для всего. У нас все будет в абсолютно штатном режиме. Что мы теперь сможем не просто там не повышать цены, а вообще, может, даже и снизить, потому что это же такое счастье привалило. Но понятно, что денег-то нет, и непонятно, как и когда они смогут быть и будут ли. Но есть премия, которую руководство «Нафтогаза» за эту победу, прямо скажем, не постеснялось выписать себе. И тут же ее, в общем-то, не просто выписать, а выплатить. А чего соромитесь? Для себя же любимых все равно. Несуществующей победы пока, с точки зрения осязаемых результатов. А премия, она вполне осязаемая. А почему осязаемая? Потому что ее уже в Лихтенштейне, ее уже в Америке давно осязают родственники Коболева и Ветренко, как мы сами, ну, они и это не постеснялись рассказать, что они не просто выписали и хотя бы вложили в экономику Украины, или хотя бы вложили в украинские банки, или хотя бы в какие-то проекты. Но то есть оставили люди деньги здесь. Ну, нет, ну, конечно же, они вывели, ну, зачем в Украине? Ну, а что, Украина, это же... Как Коболев пояснил,
каже, ну, проти мене ж кримінальна справа, то чому я тут буду кошти? Ні, ну, він просто маму свою дуже любить, так що, Володя, вам би поучитися, знаєте, от видите, чоловік маму любить, і він їй там мільйони доларів посилає, а ви, мабуть, не любите, раз не посилаєте, розумієте? Напевно. По цьому критерію от так і будемо мірити тепер, по встановленому. Так от, ви знаєте, у мене пропозиція. От, смотрите, весь этот сыр-бор сейчас со срывом отопительного сезона. Кстати, вы знаете, я же с точки зрения своего профессионального долга, я же постоянно делаю запинг по всем каналам, в том числе по российским каналам. И вот то, что в Украине происходит у нас, да, срыв отопительного сезона в нескольких городах, боже, вы не представляете, какая эйфория, какое счастье и радостная истерика творится на российских, на российском федеральном телевидении. Потому что абсолютно все ток-шоу, которые у них есть, они обсуждают только то, как здесь все плохо. И посмотрите, вот они после Майдана допрыгались, они сейчас вообще все замерзнут, и эта власть их доведет до этого. Вот посмотрите, вы хотите такого? Но это не главное, давайте мы о себе будем говорить. Так вот, вы знаете, у меня предложение. Раз «Нафтогаз» стал таким краеугольным камнем, камнем преткновения, и, в общем-то, сейчас срыв происходит из-за того, что есть долги перед «Нафтогазом» у ряда городов. Слушайте, а какой размер этих долгов? Сколько примерно там задолжали? Ну, там миллиарды, близко там, гривен. 20 або 30 гривен, миллиардов гривен. Да? Да. Ну вот смотрите, ну а если, например, взять Витренко и Коболеву как патриотам Украины, ну мы же знаем, что они патриоты Украины, они заплатить любят свою страну. За людей? Взять и сказать, смотрите, вот у нас эта премия, которую мы выписали, ну ее, наверное, не хватит, но все-таки 46 миллионов это достаточное количество денег, ну не маленькое, скажем так. Тем более там же есть вот эти вот, да, проценты с точки зрения, если 90% меньше, чем 90, то уже можно, собственно говоря, включать. Так вот, взять бы и сказать, ребята, мы как патриоты, мы понимаем, что народу Украины тяжело, мы бы сами не хотели мерзнуть, вот как реально дети же мерзнут. Послушайте, ну, больницы, дети, школы, садики, все остальные, ну, как это? Жінки. Да ну, послушайте. А, сказать, смотрите, мы отдаем эту премию, хотя бы сказать, мы даем ее в долг до того момента, пока «Газпром» не заплатит эти 2 миллиарда, потом мы с них возьмем. Ну, например, даже так. Мы даем взаймы народу Украины сейчас, чтобы рассчитаться в долг. Да слушайте, да, наверное, можно в президенты идти, Коболеву. Прекрасно или была Витренко. До речи, да, кампания перед выборчем, можно было сказать, на билборде написать, давайте скинемся. Если они... Ну, прикрутые школы их закликали. Если они будут у вас в студии, Володя и Таня, я вот даю вам идею. Позвоните им, дарю вам идею, предложите ребятам сделать хотя бы политическую карьеру. Пусть помогут людям. Ну, премію... Тут ще один момент. Ну, ми пам'ятаємо, ми обговорювали це в студії, коли тільки ми прийняли рішення щодо підвищення тарифів на газ для населення. І тоді пояснювали, ну що, шановні українці, якщо ви хочете отримувати якісні послуги, давайте будемо з вами звикати, що дешевого газу не буває. І начебто люди потрохи почали звикатися дійсно з цією думкою. Однак що ми бачимо насправді? Що, ну, припустимо, я справно оплачую всі платіжки, які мені надходять. Боргів немає, але батареї в мене холодні, платіжки приходять, а батареї холодні. Панове, за що я плачу? Ви знаєте, я вам, давайте так, відповім на цей частный случай, в принципе, глобальной ситуации, которая происходит по всей стране. Есть некие красные флажки, за которые не принято заходить. Ну вот в мире не принято. Потому что нельзя зарабатывать на войне. Нельзя играться с ситуациями, которые могут привести к техногенным катастрофам. Нельзя зарабатывать на здоровье и на жизни своих граждан. Нельзя зарабатывать на здоровье своих детей, связанных с фармацевтическими, с аптечными, с медицинскими вопросами. И ряд еще вот таких «нельзя, нельзя, нельзя», где вот, ну, в цивилизованном мире не принято просто это делать, ну, потому что, ну, послушайте, в гробу карманов нет, потому что, в конце концов, когда-то прилетит ответка, если не тебе, то твоим детям, внукам или правнукам. Ну, про это же потому никто не что... думает. Нет, ну, так а вот об этом нужно думать, потому что, в конце концов, во всем мире есть коррупция, но... Мы говорим о том, что важен размер этой коррупции. И если эта коррупция на уровне 10% и там
коррупция, которая, ну, не знаю, там, на тендере, где кого, какую компанию запустить, просто с точки зрения там торговой или еще чего-то. А если коррупция на том, что заложниками игр там у кого-то, отжиманий, перекупки, новых структур создания становятся люди, и от этого страдают конкретно, ну вот это уже, знаете как, уже начали претендовать, вот подбираться к самому, ну к самому вот нашим потребностям человеческим, к тому, что наше государство... Это же не просто крадежки, ну абсолютно, ну послушайте, государство должно обеспечивать этим априори. Тем более, что, Володя, вы абсолютно правильно сказали, но если вам озвучили... Дешевый сыр в мышеловке. Давайте, дорогие друзья, жить в цивилизованном мире. За все нужно платить. Платите, получаете услугу качественную, хорошую. Хорошо, реально люди платят. А где же услуги? Что вообще это происходит? Как это может быть? Как такое может быть, друзья мои, когда премьер-министр должен вмешиваться для того, чтобы открутили конкретный вентиль в конкретной котельной в каком-то городе. Ну, послушайте, это что? Это же полный просто крах государственной системы и ее управляемости, контроля за ее управляемостью. Ну, чем же тут хвастаться? О каком, я вам покажу, как нужно руководить страной, может идти речь. Бачите, тут питання в тому, що усі звинувачують, Кабмін звинувачує міську владу, міська влада звинувачує Нафтогаз. Нафтогаз, знову ж таки, показує і на Кабмін, і на міську владу. Зараз давайте поговоримо на цю тему з колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості. Юрій Продан з нами на зв'язку. Юрій Васильович, доброго вам вечора. Доброго вечора. Да, дякуємо, що дочекалися і долучилися до нашого вечірнього прайму. Ось говоримо про ситуацію, яка склалася в Україні, слава Богу, в кількох лише містах. Сьогодні прем'єр-міністр заявив про те, що ось в тих містах, де немає опалення, де немає тепла, там винні міські голови. Самі міські голови навіть не можуть потрапити на зустріч з прем'єром і ну, змушені якось все ж таки до нього апелювати. Так все ж таки, хто винен? Ну, ситуація, мені здається, зрозуміла. Говорити про те, що винні мери міст, можна було говорити про це влітку. І там знаходити винного. Але сьогодні, коли тижнями мерзнуть люди, говорити про те, що винні мери, ну, це, мабуть, недоречно, тому що в цій ситуації є вже спільна відповідальність, включаючи і Кабінет міністрів України. Тому що проводились відповідні наради і під керівництвом того ж прем'єр-міністра, віце-прем'єра щодо підготовки до опалювального сезону. І на цих нарадах є ж вертикаль влади, обласні державні адміністрації доповідали, які є проблеми. А перед цим обласні державні адміністрації проводили відповідні наради. Я ще кажу, що це мало бути влітку, з тими ж районними державними адміністраціями, мерами. І ці проблеми потрібно було підіймати по всій, так сказати, вертикалі влади. Пане Юрію. На цих нарадах присутній той же НАК «Нафтогаз», який казав, я не включу цим суб'єктам газ, не дам газу, тому що є така проблема. Пане Юрію, тому... дивіться, ви кажете, що має бути спільна відповідальність і вирішення проблеми. Але ось у нас в студії навіть народні депутати говорили про те, що конкретно по місту Сміла вони піднімали це питання в залі Верховної Ради і не раз піднімалося це питання, але все рівно було доведено до такої ситуації. Пане Юрію. Пан Продан, ви нас чуєте чи ні? Так, я чую. В такій ситуації тоді верхній рівень влади вже має відповідати за те, що є на сьогоднішній день. А верхній рівень влади каже, що винні міські голови. Ну, я ж сказав логіку. Є вертикаль влади, яка повинна відпрацьовувати. Да? Влітку це мери, можливо, були винні. Але вже коли тижнями мерзнуть люди, то в цій ситуації, звісно, вже спільна відповідальність і потрібно давати там тепло. Ну, слухайте, що таке спільна відповідальність? Коли колективна відповідальність в українських реаліях – це, що ніхто ні за що не відповідає. І коли ми говоримо про те, що є там відповідальність місцевих чиновників, політиків, представників центрального уряду, представників НАК «Нафтогаз», про яку конкретну відповідальність ви кажете? Абстрактну політичну відповідальність, що на наступних виборах вони перед виборцями мають відповісти за це? Або яка конкретна відповідальність їм може загрожувати?
я кажу про ту відповідальність, яка передбачена службовими обов'язками на сьогоднішній день. Якщо ці службові обов'язки не виконуються, що далі? То робиться розслідування і карають винних. Але в цій ситуації треба вже діяти дуже оперативно і включати опалення. Тому що замерзають люди. А потім вже проводити розслідування і карати винних. Дивіться, і ще один момент. Якщо пам'ятаєте, коли в нас востаннє підвищували тариф, Кабмін на своєму засіданні приймав відповідне рішення. Якщо я не помиляюсь, це постанова 678 чи 687, щось на кшталт того. І ось в тій постанові якраз йшлося про те, що Нафтогазу давали повноваження не постачати газ містам, в яких є заборгованість. А сьогодні на засіданні Кабміну героїчно просто представники уряду прийняли рішення, щоб зобов'язати Нафтогаз в опалювальний сезон обов'язково постачати газ. Що це? Ми спочатку створюємо проблему, щоб потім її героїчно вирішувати? Або як це розглядати? Мені тут складно зараз сформулювати ту логіку, яка була закладена в тій постанові попередній, цій постанові, коли ми вже говоримо про те, що не відключаємо. Мені здається, все-таки повинно бути не відключення, а хоч би певне обмеження, але для того, щоб була певна реакція з боку місцевої влади, для того, щоб були відповідні розрахунки. А зараз заборонили, фактично можна, виникає ситуація, що можна не платити. Взагалі. Зрозуміло. Я так зрозумів. Хіба це добре в цій ситуації? Мені здається, не зовсім тут є якась логіка в цих відповідних рішеннях. Все-таки треба чітко готуватися до опалювального сезону і чітко робити цей опалювальний сезон в ті терміни, які передбачені законодавством. Просто було б непогано, щоб ці фінансові питання вирішувалися все ж таки, коли опалювального сезону немає, коли холодів немає. А в нас, як завжди в останню мить, про все це згадують. Пане Юрію, в нас в студії знаходиться наша колега Олеся Бацман. В неї до вас запитання. Олеся, будь ласка. Пане Юрію, доброго вечора. Доброго вечора. У мене до вас два питання, як до професіонала. Перше питання. Яких розмірів мають бути тарифи зараз для населення, на ваш погляд? А можливо, не просто на погляд, а ви розраховували. І друге питання. Коли несплата за тарифами, тобто борги у населення, стануть критичними от саме за такими тарифами, що буде робити влада? Ви мені задали те питання, на яке мені дуже складно відповісти, тому що у мене немає на сьогоднішній день відповідних даних, розрахунків для того, щоб визначити, які повинні бути тарифи. Це питання необхідно, мабуть, все-таки узгоджувати в уряді, в Національній комісії регулювання електроенергетики і відслідковувати це питання. Наскільки ці тарифи покривають сьогодні собівартість видобутку, наскільки є доцільним застосовувати в цій ситуації, після які були переговори з Міжнародним валютним фондом, використовувати ту формулу ринкової ціни і для українського газу, і наскільки платоспроможне сьогодні населення для того, щоб витримати ці тарифи, і який рівень субсидії закласти в бюджет. Тому мені складно сьогодні назвати вам цифру, але я вважаю, що все-таки до цього треба підходити більш відповідально і розуміти, якими наслідками це буде. І те, що ви друге питання мене задали, і який рівень прогнозується тих же неплатежів, да, критичний рівень неплатежів, який знову викличе в наступному році оцю ж ситуацію з включенням опалення. Пане Юрію, це треба питання вже задавати тій владі, яка на сьогоднішній день є. Дивіться, просто з приводу боргів дуже коротке таке уточнення. В нас є там борги населення, є борги теплокомуненерго, припустимо, перед облгазами, є борги облгазів перед Нафтогазом, є борги там уряду по субсидіях перед цими тепловими організаціями, теплопостачальниками. Це все, ну просто навіть якщо брати загальні суми, не десятка, а навіть сотня, напевно, мільярдів гривень.
Що робити з цими взаємними боргами? Знаєте, на ці питання теж треба давати відповідь, тому що заборгованість на сьогоднішній день того ж теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз» 24 мільярда. За минулий рік тільки при заборгованості був 8 мільярдів. Я цю статистику бачив. Але в цій заборгованості, скажімо так, знаходиться і штраф, і пені. І це питання теж треба певним чином розрулити. Яким чином розрулити, без Верховної Ради це неможливо зробити. Ну, тобто далі вже політичне рішення. Тому що НАК «Нафтогаз» працює сьогодні в тому законодавчому полі, яке є на сьогоднішній день. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Юрію. Юрій Продан був зараз з нами на прямому зв'язку. Олеся, дивіться, ось ми говорили про «Нафтогаз» та й говорили про сьогоднішню таку героїчну заборону «Нафтогазу» вимикати міста-боржники. А от з огляду на цю всю ситуацію, як спочатку йому дозволяють вимикати, сьогодні не дозволяють, як вмішується уряд. І ось почули ми слова пана Продана, так? Чи може, наприклад, «Нафтогаз» бути інструментом в руках влади для впливу на місцеву владу, ну, наприклад, перед виборами? Ну, для цього нам варто з вами взяти і подивитися на те, в якій партії чи під ким знаходяться керівники тих міст, які сьогодні зіштовхнулися з проблемою непідключення чи відключення. Тому давайте ви от можете зараз зайти до Гуглу і просто самі відповісти на своє ж запитання. Давайте тому, так, треба посмілі міський голова Саакашвілі колись, так, був достатньо тісних відносинах. Перше. Шепетівка, якщо я не помиляюсь, Свободівець. По так. Кривому Рогу – Вілкул. Ну, тому, я думаю, далі можна скласти один до одного. Те, що Тетяна спитала, от вам і відповідь на ваше запитання. Давайте ми просто зараз ще не будемо змушувати нашого колегу мерзнути на вулиці, тому що вже кілька хвилин з нами на включенні прямому наш кореспондент Іван Петричак, який відстежує ситуацію на дорогах столиці. Іване, вітаємо тебе. Що відбувається? Затори, бачимо, все ж таки потрохи зникають. Колеги, так, після ранкового колапсу все ж ситуація на дорогах стабілізується, утім, все ж на деяких вулицях та мостах столиці виникають затори. Так, за оперативною інформацією, станом на тепер тягнеться Броварський проспект за мостом метро у напрямку Дніпровського району. Суттєво ускладнено проїзд на південним мостом та мостом Патона. На останньому сталося ДТП. Дорожньо-транспортна пригода також сталася і на бульварі Дружби народів. Там зіштовхнулося дві автівки, через що утворилася тягнучка. Нагадаю, до такої різкої зміни температури кияни були не готові. Так, за інформацією поліції, через сніг у столиці від ранку сталося близько 300 дорожньо-транспортних пригод. І усі вони, і 70% із них сталося через те, що кияни не встигли змінити літню гуму на зимову. Ну, утім, зараз на дорозі можемо бачити, вона розчищена. Утім, додам від себе, на вулиці продовжує йти дощ з мокрим снігом, і він починає замерзати і утворюється ожеледиця. Тож раджу бути водіям обережними. Колеги. Так, дякуємо тобі, Іване. Іван Петричак, наш колега, який працює в Києві, слідкує за ситуацією на дорогах, був з нами на прямому зв'язку, каже, що продовжує йти і сніг, і дощ, і вже це перетворюється на ожеледицю. Тож звертаємося до киян, до водіїв. Будь ласка, будьте обережні. І головне, якщо ви все ж таки не змінили гуму на зимову, ну, будь ласка, залишайте автівку вдома. Зараз же в чергах стоять. Мы с вами вот сейчас говорили о том, что какая плохая украинская власть, заслуженно, раскладывая все по полочкам. А ведь получается, что власть – это плоть от плоти, от нашего народа, от наших людей. Ну вот скажите, пожалуйста, кто мешал автовладельцам поменять резину? Давно поменять резину. Это что, новость, что на календаре уже середина ноября? Это что, новость, что может выпасть снег в любую минуту или может быть скользко на дорогах? Ее нужно было поменять давным-давно. Змінила? Любой человек? Да, конечно. Коли? Да, конечно. Коли, до речи?
Да, наверное, больше месяца назад. Ну, водители этим занимаются. Ну, все, конечно же, четко по графику, по распорядку. Потому что, смотрите, вот мы говорили... Мы говорили об убийствах, да? А я хочу сказать, вы знаете, это очень серьезная тема, очень важная. То, что зависит от каждого из нас, каждого, я подчеркиваю. Потому что на украинских дорогах в среднем каждый день гибнет 10 человек, 10 украинцев каждый день на украинских дорогах. Это сумасшедшая цифра, послушайте, это те потери, которых мы можем избежать. Потому что от ДТП на дорогах гибнет больше людей, чем от каких-то болезней. Это то, что да, ну, заболел человек не подвластно. А это все в наших руках. Поэтому смотрите, если мы будем следить за тем, что нужно менять резину, если мы будем наши машины своевременно отвозить на техосмотр, если мы будем пристегиваться, если мы не будем садиться пьяными за руль никогда, понимаете, то все, потому что вот все люди, которые так делают, они просто должны понять, даже не о себе сейчас подумайте, подумайте об окружающих, вы потенциальные убийцы, каждый день, когда вы выезжаете, садитесь за руль либо пьяными, либо вы не, что-то у вас в машине барахлит, а вы сознательно, зная это, закрываете глаза, да ладно, проскочит. Когда вы нарушаете правила дорожного движения, потому что ну, с этого же все начинается. Послушайте, я вот хочу сказать, что когда приезжают из-за границы гости какие-то, вот ну, европейцы, американцы, кто угодно, послушайте, они тут же, садясь в машину, ищут ремень безопасности. Они тут же где бы, в какой-то, даже сзади, спереди. И потому что там это правило. Причем это наши люди, которые уехали туда. А я знаю, там заглушки не продаются на заправке. Они не понимают, что такое заглушки. Слушайте, они говорят, а как сюда, если там заглушка, например? Они не понимают, что это, понимаете? Є інші випадки, коли вони приїжджають сюди і, звикнувши там дотримуватися правил, вони тут кажуть, та я знаю, що у вас можна завжди відкупитися і не Ні, я, без... Вот, чесно, я встречала только наоборот, ну і в принципі це понятно. Послушайте, Володя, якщо ти розумієш, що реально тебе грозить великий штраф, який ти заплатиш, потому что стоят везде камеры и просто приходят на твой адрес, если ты нарушил правила или еще что-то, на твой адрес приходят большие чеки, и ты вынужден их заплатить за любое нарушение, начиная от 200-300 евро. Ну, послушайте, то в нас вот подобные моменты необходимо вот тарифы надо повышать. Это как раз не тарифы для, да, оправдания. Штрафы, видеофиксация и обов'язковое покарание за такие вещи, как там летняя гума. А еще я вам еще один момент скажу. Вот то, что вот, ну, вот это... однозначно. Преступление наказания, ну, всегда это должно работать, это психология наша такая. Если мы знаем, что это страшно сделать, потому что будет наказание, мы это не сделаем. А если так, ну, откупился еще что-то, это такое. Це теж розумітилося, ставлення і до правоохоронної системи, як ставляться люди до тих, хто на дорогах. Я просто сейчас говорю, что это должно работать. А еще важный один момент. Смотрите, социальные ролики. Вот у нас есть Министерство информационной политики, у нас есть Министерство транспорта, есть Министерство социальной политики. Я не знаю, какая из этих организаций должна этим заниматься, но явно, что какая-то должна наконец-то обратить на это внимание, на наше состояние на дорогах. Я сейчас говорю не о состоянии конкретно дорог, это еще одна большая тема, а именно на состояние на дорогах и на авариях на этих дорогах. Почему? Потому что, если вы заметили, вот потрясающий по своей драматичности, по своей силе влияния на психику, в Америке, в Европе делаются ролики против того, чтобы... против аварий на дорогах. То есть имеется в виду, как пропагандируется то, чтобы ты пристегивался всегда ремнем, как пропагандируется то, чтобы ты никогда не нарушал правила, не садился пьяным за руль. То есть это такие социальные ролики, которые каждый из которых претендует просто на Оскар. Потому что когда ты их смотришь, они, кстати, имеют, вот, ну, в основном это на английском языке, да, они имеют многомиллионные просмотры в интернете, потому что как вирусное видео реально хочется разослать и показать. Потому что нужно дорожить своей семьей, своими детьми, своими окружающими своими, потому что это мгновение, которое, не дай бог, понимаете, может перевернуть всю жизнь. И вот такими вещами, которые почему-то у нас нигде не... Их же нет, понимаете, никто это не снимает. А что, мы не можем снять? Что это так дорого? Нет. Мы можем и должны это делать. Но нам лучше пустить политическую рекламу, какие-то другие там лозунги, да, которые, в общем-то, не спасают, а делают все наоборот. И, кстати, я вам хочу сказать, что на Западе, ну, кроме того, что это социальная реклама, которой занимаются соответствующие органы, есть еще и такая традиция,
традиция интересная, когда большие коммерческие бренды, очень известные, солидные, статусные, обязательно часть своего бюджета отдают на социальную рекламу, в том числе участвуя вот в таких кампаниях по поводу соблюдения правил дорожного движения на дорогах. Чему нашим можно поучиться? І треба, напевно, повчитися, тому що, наприклад, на Варшавській трасі було кілька білбордів з тим, що не можна сідати п'яним за кермо. Ну, наразі бачимо там зовсім не соціальну рекламу, а обличчя. Нові і старі обличчя, і, на жаль, старі обіцянки. Ну, а давайте тепер все ж таки поговоримо про наших політиків. Чи є рецепт успіху? Виявляється, напевно, що він є, так принаймні вважає один з експертів. Рецепт успіху на прийдешніх президентських виборах – це об'єднання національної ідеї та соціальної складової. В цьому переконаний політолог Вадим Карасюк. В ефірі політичного ток-шоу «Пульс» він дав таку пораду майбутнім кандидатам. Виграє той вибір президентський, зразу говорю, хто найкраще буде комбінувати національну і соціальну проблематику, хто найкраще з'єднає собі проблеми національної солідарності і соціальної солідарності. Тому що не хлібом єдиним жив чоловік, хоча, звісно, треба, щоб тепло було, щоб низькі тарифи були, зарплати були, доходи і так далі. Але треба, щоб ще була висока ідея, тому що тільки вона дає те, що об'єднає всіх. Це любов к родині, любов к Україні. Все ж таки, за ідеї голосують у нас виборці або за конкретні обличчя? А я вам скажу, що, к сожалению, пусть я ошибусь, виграє вибори тот кандидат, который будет иметь много денег, который будет иметь влияние в судах отстаивать свой результат, который будет иметь финансовый ресурс для того, чтобы и техническую поддержку в воплощении штабами, чтобы в том числе сделать какие-то подкупы там, где это нужно. Тот кандидат, который будет иметь доступ к максимальному количеству телеэфиров, тот кандидат, которого поддержит критическая масса олигархов. Вот, к сожалению, если ничего не поменяется, не случится чудо, виграє такий кандидат. А критична маса олігархів – це все ж таки скільки? Ну, умовно кажучи, там є в нас велика п'ятірка олігархів. Скільки з них мають підтримати одного кандидата, щоб він міг гарантувати собі перемогу? Ну, смотрите, Володя, із-за того, що в олігархічній системі координат теж не все так достатньо от зараз особливо нестабільно, тому що у кого-то там якісь суди, ми знаємо, хто-то там откуда-то виїхати не може, і даже хоча це зробити. У кого-то каким-то странам в каких-то бизнесах претензии. Поэтому это в том числе будет влиять на то, насколько эффективным будет поддержка того или иного олигарха в данный момент. И это в том числе будет инструментом повлиять на то, насколько конкретный данный олигарх будет вмешиваться и поддерживать своего или чужого кандидата. Але ж в нас буває так, що олігархи вкладаються не лише в одного кандидата, а одразу в кількох. Ну, почему бывает? Это практика, это традиция. Я помню, как мне Роман Бессмертный, который, кстати, тоже баллотируется в президенты и имеет одну из, мне кажется, лучших программ, вот если конкретно программы и идеи читать. Так вот он мне говорит, что так смотрите, у нас же традиция, что олигархи, вот любой олигарх, он всегда на финише с букетом цветов встречает победителя. Но кроме этого всего, фактически... В каждом, вот я вам сейчас так скажу, смотрите, фактически в каждом из лидера нынешней гонки, в каждом из этих кандидатов будет не один олигарх, а несколько, которые также будут разложены и в других кандидатов. Потому что, смотрите, большие деньги, они не могут себе позволить, ну, собственно говоря, олигарх, что такое олигарх? Это и есть сращение власти с бизнесом. Так вот, олигарх, он уже станет не олигархом, если он не будет иметь властные рычаги. Поэтому ему будет абсолютно необходимо так или иначе входить не в конкретную уже лобовую конфронтацию, а договариваться. Как-то договариваться, а лучше хорошо договариваться. Тому, звісно, буде фінансування і тим нескільких кандидатів і одразу. Добре, Олеся, ну але ось подивіться, з огляду на всю цю ситуацію, та навіть включаючи сьогоднішню ситуацію, коли люди не поміняли гуму на машині, включаючи вибори. І ось Вадим Карасьов говорить про те, що найкраще стане кандидатом найкраще тим, хто скомбінує національну ідею і соціалку. Окей.
Але як люди ті самі зможуть перевірити, що він так зможе? Тому що на обіцянки вони поведуться. А як перевірити? Тому що розказати може, ви знаєте, кожен з кандидатів може красиво розказати. Як людям ось цим думати, як їм проаналізувати, на що звернути тоді увагу? Тому що поки що виходить така в нас ситуація, що голосувати, знову ж таки, нема за кого, тому що за кожним стоїть по 1-2-3 олігархи. Ну, послушайте, для этого ничего сложного делать не нужно. Просто надо иметь память немножко дольше, чем у бабочки. Потому что эти люди, которые сегодня предлагают себя в качестве кандидатов в президенты, они же все не первый день на виду. Они все имеют за собой вереницу дел, поступков, проектов, заявлений. И надо просто взять и немножко проанализировать. Но я боюсь, что в решающий момент... Вы знаете, тут вот два фактора таких есть. Вот как сейчас там политтехнологи говорят. Вот как можно достучаться таким образом, чтобы вот переломить ситуацию, и чтобы реально пошли и проголосовали за тебя. То есть нужна какая-то... Надо у людей вызвать какую-то эмоцию. Когда, к сожалению, то, о чем я говорю, что нужно, иметь память, анализировать. Это самое главное, осознанный выбор. Не влюбляться, не очаровываться, чтобы потом в очередной раз разочаровываться и оказываться у разбитого корыта. А именно мозгами выбирать. Но чаще всего у нас так не бывает. У нас голосуют эмоции, сердцем, либо кошельком. Когда просто, а наши люди остаются порядочными в этом. То есть у кого взял, за того и проголосовал. Так вот. Как говорят политтехнологи, чем можно перебить в том числе тех кандидатов, которые уже готовы раскладывать и финансировать, конкретно финансировать не только комиссии, понятное дело, а еще и заниматься там подкупом, будь то продуктовый подкуп или там денежный непосредственно. Это придумать и вызвать у электората сильную эмоцию. Вот на чем будет построена эта эмоция? Чтобы просто вот эмоционально, то ли на каком-то порыве, то ли вот на какой-то вот буквально там, на жалости в том числе. Вот чтобы это было такое, что заставило просто вот, а я за нее или за него. Или... Эмоциями манипулировать краще и простейше. Ну, конечно. А на выборы пойдете? Да, пойду. Уже визначилась, за кого голосовать? Нет. Честно говоря, я не думаю, что в последнюю минуту я это сделаю. Я думаю, что все-таки я раньше определюсь. Я пока еще жду, потому что пока у нас еще есть с вами время. И я имею в виду время не то, что вот время нам с вами определиться. У нас оно будет до последнего дня голосования, до конца марта. А я имею в виду, что еще есть время у кандидатов, которые сегодня не заявлены в этой линейке, которая попадают во все соцопросы, и мы уже понимаем, что вот магазин, и на витрине только такие товары, выбирай вот из того, что есть. Другого не завезут. Нет. У нас еще с вами есть шанс, есть вариант, как я напомню, еще даже регистрация не началась, шанс того, что появится ассортимент, улучшится, что появятся новые фамилии. И разные варианты сейчас переговоров, разговоров и там принятия решений, они ведутся постоянно кулуарно. Поэтому даже с точки зрения сейчас, я говорю не о феврале, там, когда заканчивается регистрация, да, а с точки зрения, что до Нового года реально есть люди, которые еще раздумывают о том, идти им в президенты или не идти. Потому что понятно, что нужно время для разбега. Только с точки зрения технической, чтобы организовать всю предвыборную кампанию. Люди, які ще не заявляли про свої амбіції, яких навіть там серйозно не обговорюють в політикумі як про можливих кандидатів, чи можуть вони розраховувати на серйозні показники, на серйозні результати? Або вони будуть статистами лише технічними кандидатами? Володя, ні, ми ж з вами говоримо іменно не о тих, хто йде для того, щоб ілі уйти від уголовних діл, від преслідування, сказати, що це політична тема. Ілі о тих, хто просто розсматриває сугубо як трамплін для парламентських виборів. Ілі о тих, хто хоче просто пойти і тупо заробити денег, ну хоча б так. Тобто ми зараз їх не беремо. Це зрозуміло, що таких появится очень много. Вот когда начнется регистрация, там будут десанты просто и однофамильцев, и похожих с точки зрения
Сейчас я скажу, вот как бы рода деятельности, там, например, я думаю, что легион артистов зарегистрируется, если пойдет Вакарчук и Зеленский, к примеру, или один из них. То есть, ну, чтобы размыть... Его Вова уже размыть электорат. Сказал все. Ну, слушайте, не, да, я так раздумал. Обрадовалась. Вин же раздумал. Я так обрадовалась, у меня в эфире заявил, все, идет, молодец, у Трампа деньги возьмет у него. Буквально главный же был кандидат в президенты, тут... Не знаю, ще кто там час его переконати. Кто его там уговорил? Запрошу его еще раз на интервью. Что ему пообещали, Трамп но он уже раз... грошей немає. А, может быть, да, у него сейчас проблема. Ну, Трамп, если... Трамп может его отправить еще к одному, у кого многие деньги берут человеку, поэтому... Может, он просто там уже хотел брать. Добре, да. Але все ж таки, якщо ми говоримо ну, про те, на яких критеріях Аліса Бацман буде будувати свій вибір, хто, я не кажу навіть про ім'я конкретної людини, але там, яка людина має піти в президенти, щоб здобути голос Аліси Бацман? Тот чоловік, которому я буду довіряти. Вы знаете, вот кризис доверия, он же самый главный, да, кризис потери доверия. Потому что, когда ты смотришь на вот это все, вот начиная от этой темы вокруг отключения с отоплениями, вот когда ты смотришь на это все, и ты понимаешь, вот что за этим стоит, и на самом деле, что везде же эта борьба просто за тупо за деньги, то, конечно же, вера в человечество, как говорил классик, ну, она теряется. И ты думаешь, ну все пропало, ну как так можно? И это самое основное, вот именно доверие. И когда ты слушаешь, даже вот в частных беседах, когда ты слушаешь какого-то из кандидатов, и он что-то рассказывает, ну, поверьте, правильные очень слова звучат. И рядом нет камеры, это же не прямой эфир. И тебе хочется в это поверить. И ты думаешь, ну, а может действительно так? А потом ты включаешь вот это вот, вот свое, ну, даже не то, что журналиста включаешь себе, а ты включаешь просто свою память и свой опыт. И думаешь, ну, подожди, а вот, а здесь, ну, почему вот этот человек, который сегодня говорит, что он поменялся, и он будет действовать совершенно по-другому, он все осознал, и вот теперь он понимает, что реально Украина на грани исчезновения стоит, и он будет, он хочет войти в историю. Почему же вот это понимание пришло так поздно, а не тогда? Почему тогда были соблазны, перед которыми человек не устоял? И ты, конечно же, начинаешь сомневаться, и ты, конечно же, начинаешь не доверять. Так вот, кандидат, которому я отдам свой голос, он все-таки должен быть, он должен своими поступками и предыдущей своей, вообще вот, ну, деятельностью, своей биографией доказать, что он не такой. А программа его проанализуете? Ну, конечно. Прочитайте, ну, конечно. Спробуйте примінити на наші сьогоднішні реалії, тому що в кожного програму насправді дуже хороша і дуже багато обіцяюча. І обіцяють нам одразу багато і на завтра. Хоча окремі політики своїх програм вже, навіть так, і не знають, коли висуваються. Є ще один критерій, який пригодиться в тому числі нашим избирателям. Тому що от я завжди, коли виступаю, я завжди говорю о том, що, друзі, ідіть на вибори. Не думайте навіть вот, прохалтурити, остатися, тому що вот, ну, все пропало, все одно все буде плохо. Всегда є шанс, когда мы пытаемся этим шансом воспользоваться. Поэтому не думайте о том, что вот тот кандидат, который вам нравится, он не пройдет или он без шансов. Если вы все вот будете голосовать и будете рассказывать вашим друзьям, родственникам о том, что этот кандидат хороший, если вы действительно так считаете, то у него вот благодаря вам в том числе появляется этот шанс. А там статистика покажет. В конце концов, главное ведь любому кандидату дойти до второго тура, и вот там начнется настоящая битва. Так вот по поводу критерия. Для меня даже важнее, чем программа, будет то, какая команда будет вокруг этого кандидата. Вот я буду смотреть на людей, которых будет предлагать этот человек. Кто вокруг него? Вот он приходит. Кого он хочет назначить на ряд ключевых должностей, которые связаны с президентом? Начиная от того, какой у него будет глава администрации, кого бы он видел министром обороны, министром иностранных дел, и заканчивая другими вот ключевыми... Генпрокурор.
точно. Конечно, ключевыми отраслями. Вот пусть покажет, потому что вот в разговоры, когда говорят кандидаты в президенты, в том числе, что я пока не хочу заявлять ни о ком. То есть я эти разговоры принимала до определенного времени, вот когда тогда было. Сейчас, когда началась активная избирательная кампания, я уже эти разговоры не принимаю. Сегодня я хочу уже знать фамилии, потому что от этого тоже очень много зависит. Мы понимаем, что нужны профессионалы и честные, порядочные люди везде, а не только, да, первый человек. Но так вот, сейчас мне важна будет вот эта шахматка, которую заполнит каждый из кандидатов в президенты. Просто це дуже важливий момент, чи зможе виборець повірити хоча б комусь з українських політиків. Дійсно повірити, а не так, як нас завжди відбувається, що ми голосуємо не за когось, а проти, да. Аби там хтось не прийшов до влади, тому я проголосую за будь-кого. Просто питання в чому? Всі українські вибори, от, давайте посчитаємо даже, ну практично, вони йшли не за, а проти. Так, там вот, і ми завжди вибираємо проти. Ми проти когось. Ну, і зараз вже будують виборчу кампанію. Проти себе, проти Юлія України. Володимирівна проти Петра Олексійовича. І реально получаємо. І у нас же ще вот, ну, специфіка наших избирательных кампаній, ведення з точки зрения політтехнологічних, знаєте, яка? Не о себе розказати, який я класний, що я буду делать, який я вот вообще самый лучший. А побольше облить грязью, скажем так, того, кто реально может быть твоим главным конкурентом. Вот всех затоптать, чтобы осталось выжженное поле, а я весь в белом. А все остальные были вот поэтому... Але ж бризки-то все одно доносятся. Пока на этом будет строиться кампания, понимаете, пока и будет идти голосование против. Но я сейчас еще больше скажу. Даже тут даже вот не надо прям вот верить и очаровываться. Но это же речь же не идет об интимных отношениях, о женитьбе, о чем-то таком. Слушайте, нет, вот пытайтесь включить рацию, пытайтесь включить мозги. Вот не идите на эти эмоции, просто смотрите. Биографию изучайте, изучайте, что человек добился на той или иной должности. Вот конкретно, ну, у каждого же кандидата, если это не Вакарчук или не Зеленский, есть, хотя, который еще даже Вакарчук не заявили. Вакарчук уже был в Верховной Раде, ну, да. У него такой же политический да. досвид. Ну, каждый из них имеет свою лесенку, да, по биографии с точки зрения каких-то должностей, руководство чем-то, управление чем-то, политики с точки зрения народного депутатства и так далее. Ну, пожалуйста, ну берите, ну это же все легко, Google вам в помощь. Не нужно идти в библиотеку, да, как раньше, что-то выписывать или подшивки газет листать. Нет, вот реально Google все помнит. Потратьте немножко времени для того, чтобы просто посмотреть, как человек действовал, и что он делал, и что, главное, чего он добился. Провел ли он хоть одну реформу? Вот улучшил ли он жизнь каждого человека на своей должности? Здесь ли от него это зависело? Не своє тільки життя. Не, не, вот подчеркиваю. Не своих батьків, родичів, друзів. Подчеркиваю. Конкретно вот меня, конкретно вас, каждого гражданина, хотя бы немножечко. Если да, если ему это удалось, значит, можно задуматься о том, что, возможно, действительно стоит дать шанс и попробовать. Если нет, если только было бла-бла и все виноваты попередники, да, как у нас любят говорить, то послушайте, ну ни в коем случае такого человека нельзя пускать во власть. Я просто до чого це все питаю, тому що ну, до нас же в студію приходять там, політики найрізноманітніших таборів. І кого б ми не запросили, кого б ми не проанонсували там, в Фейсбуці, як ми зазвичай це робимо, завжди приходять люди, які кажуть, та кому вони цікаві, та з ними вже все зрозуміло, та навіщо скільки ви їх, їх кличете, тощо, так, тощо. Так, ну, так. Яку політичну силу ця людина не представляла. Ну, так от, я насправді і не розумію, чи знайдеться кандидат, в якого, до якого, по-перше, український виборець зможе відноситися із тим рацу, ну, тобто проаналізувавши його біографію, його конкретні дії, його голосування, якщо він вже був політиком. Або там його якісь заяви, якщо він тільки-но йде до політики. І, по-друге, якщо ми вже згадували з вами про олігархів,
які так чи інакше мають підтримати переможця виборів. А тому що для перемоги на виборах має бути виконаний, має бути виконана ціла низка умов. Припустимо, що людина найкристальніша з, там, з точки зору совісті, з точки зору своєї біографії. Але якщо вона отримала підтримку олігархів, вона бере на себе певні зобов'язання. Як бути з цими зобов'язаннями? Во-первых, по поводу Фейсбука и того, что там идет такое отрицание всех. Смотрите, Фейсбук, как и любая соцсеть, она, с одной стороны, имеет массу преимуществ, и там, в том числе, социальные лифты дает такие, которых раньше не было до того, как эти соцсети появились для людей. А с другой стороны, она множит вот такую безнаказанность. Потому что человек, спрятавшись за аватаркой любой, назвавшись своим или вообще каким-то абсолютно выдуманным именем, он может писать и может делать что угодно, потому что он не получит в морду, извините. Он знает, что к нему не придут и не, просто не спросят за то, что он сыпет оскорблениями. Неважно, эти оскорбления обоснованные или необоснованные. Но вот такая мера и степень развязности, она именно провоцируется тем вот форматом того, что происходит в Фейсбуке. То есть я не говорю, что это плохо или что это хорошо. Просто так есть, это данность. Поэтому вот вы видите то, что происходит в Фейсбуке. Ну плюс мы же понимаем, что там еще куча тех, кто конкретно отслеживает вас, ваши профили, ну, как ведущих. Люди, которые сидят на зарплате, которые конкретно призваны для того, чтобы, собственно говоря, ну, делать свою прямую функцию, ботскую свою. Полувати когось функцию. Прутом. Да. Да, это первое. Второе, по поводу поддержки олигархов и того кандидата, который придет на волне этой поддержки. Даже если человек будет иметь договоренности с какими-то олигархами, но при этом будет видеть берега, будет понимать вот о тех красных флажках, о которых я говорила, и будет изначально декларировать, что его цель – это учебник истории, и его цель – не переписати, поменять, а потрапити до нього. Не вляпаться, а именно попасть, да, поменять правила и сделать из Украины процветающее государство, а, поверьте, олигархи тоже это поймут. Все они хотят продолжать жить хорошо, потому что, вы знаете, ну, вот Дмитрий Гордон очень часто любит говорить о вот такой концепции, когда вот все, что у каждого из, ну, давайте сейчас не олигарха, просто у каждого есть человека, ну, вот его собственность, его какие-то там предприятия, его просто недвижимость. Все это тут же растет в цене, тут же происходит капитализация, если капитализируется государство, если государство процветает. Поэтому с точки зрения, опять же, логики и здравого смысла, если делать бизнес-подход, при том, что Украина становится процветающим государством, куда не уезжают, из которого просто убегают массово люди, представляющие собой интерес с точки зрения элиты, с точки зрения думающих и могущих работать людей, а куда, наоборот, приезжают в поисках хорошей работы и в поисках перспективы. Вот если Украина превращается в такое государство, то все то, чем владеют олигархи, оно тут же возрастает в цене. Плюс они получают гарантии, что их бизнес не рейдернут, не украдут, не перепишут, просто не отнимут, не вышвырнут их, а главное – не сделают то же самое с их детьми, которые будут наследниками или их семьями. Понимаете? Поэтому тот человек, который сможет объяснить олигархам вот эти простые истины и прогарантировать равные условия для всех по закону, потому что у них же, знаете, вот когда происходят разговоры с олигархами, у них какая сразу тема начинается? Я готов, я согласен платить налоги, жить по закону, все делать как надо. Но пусть и вот этот, и начинают называть, ну, своих любимчиков, как бы, да, которые там конкурирующие фирмы, скажем это так.
Поэтому, вы знаете, это все сделать возможно. Это тяжело, это неудобно, это сложно, но это сделать возможно. Возможно не пойти на сделку с дьяволом, не продавая ему душу. Понимаете, возможно это все сделать. Остаться в рамках таких, которые позволят при этом дальше вот проявить вот ту самую президентскую волю первого лица, которая, собственно говоря, задвигает вот всю машину неповоротливую за собой, потянет. Потому что здесь важна, с одной стороны, твердость, потому что нужно наводить порядок, а с другой стороны, равные условия для всех. И если это друзья, и если вдруг эти друзья начинают воровать, то эти друзья должны идти в тюрьму.